Аул Тхагапш находится в 84 километрах от центра Сочи. Отдаленность от города и горный рельеф привели к тому, что автодорога, ведущая из кировского сельского поселения в Лазаревское, пришла в негодность. Но участок внесли в городской список. 17 километров трассы будут отремонтированы до конца года. Несмотря на все сложности, работы ведутся с опережением графика. Основные работы – это ликвидация просадок, выравнивающий слой, ямочный ремонт и устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Удаленность большая, машина добирается 1,5-2 часа, поэтому приходится с самого раннего утра и до позднего вечера. На объекте работает порядка 80 человек. Это вместе с водителями, с механизаторами и три звена рабочих. 6 километров асфальтового полотна уже обновлены, а значит, больше половины работ выполнено. Средства на восстановление дороги выделены из краевого и муниципального бюджетов. Городские власти уделяют внимание и другим сельским проблемам, в частности, социальным. В этом году удалось впервые с момента постройки сделать капитальный ремонт детского сада в ауле Кичмай. Сад при мне за 8 лет капитально ремонтируется первый раз. Да и за последние 30, наверное, лет была тяжелая ситуация с финансированием. Но в этом году сдвинулась с места. Сначала поменяли окна и двери на пластиковые. Вот теперь занялись уже и крышей, и фасадом. Работы по замене кровли и обновлению фасада ведутся ежедневно, но это никак не влияет на работу детского садика. Рабочие соблюдают все правила безопасности и стараются не шуметь, чтобы не мешать привычной жизни дошколят. Татьяна Говоркова, Арактаян, телекомпания ФКТ.